Добрый доктор Айболит, он по делам сидит, приходи к нему лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица, все излечит и стеет. Добрый доктор Айболит. У кого остатуси, у мужа, у лизи, у бобла, у клота, у кота, у кита. Есть и тигров, и мышей, есть и рыбов, и ежей. Даже попадает кроси, остасти себе усы. На букву П у нас песок, и помидор, и петушок. Пузырьки, подарки, и пони в запалке. Рисунок поезд гуляет, и с ног буквы повторяет. Раз, два, три, четыре, пять. Как бы букву Л не потерять. Моя мама, много мам на белом свете, все душой их любит дети. Только мама есть одна, всех того же не она. Кто она? Отвечу я, это мамочка моя. Ае поезд шагает, букву О на лага собирает. Что нам, ребята, всем раздать, букву О нам надо знать. Стали вместе две подружки, две кудряшки-завитушки. Стали вместе и смотри, получилось цифра 3. Красный – это остановка, желтый – это подготовка, а зеленый – путь открыта, и машины снова мучит. Буквы С нам надо знать, чтобы слово почитать. Смеясь мелькает самолет, буквы С совет поет. Добрый хлеб. Из чего печется хлеб? Что едим на обед? Все печутся из муки, что дают нам колоски. Короче, потом на халу, где-то маленьких и старых, где-то нужных и наташ, добрый хлеб, конец наш. У меня еще воздушный, ялкий-елкий и послушный. Я, когда гулять схожу, сейчас за ниточкой держу. Шарик очень я желаю, почему же он худеет? Что рисуем, а на нем два дружка сидят вдвоем. Два кружочка на столбе, получаем букву В. С Новым годом поздравляю, доброты всем пожелаю. Только мира и побед. И, конечно же, конфет.